Приветствую вас, и поскольку по поводу именно ваших отношений с мужчинами, коллеги достаточно четко и лаконично вам все ответили, то есть это, соответственно, проработка причин расставания с гражданским мужем, дабы в будущем не повторять их поведение в ваших отношениях, формировать и корректировать. И, собственно говоря, уверенность в себе установить, потому что вам без этого будет сложно строить новые отношения. Кроме того, сам факт, что вы не можете принять решение, уже говорит о том, что вы не уверены в себе. Но вам об этом сказали, и я не вижу смысла как-то раскрывать дальше эту мысль, потому что если она нашла у вас отклик, то, соответственно, вы к этим людям обратитесь и с ними поработаете. Я хочу вам ответить на вопрос о том, вот если вы оставите ребенка, то не пожалеете ли в будущем. Как вы пишете, значит, вы финансово не потянете второго ребенка. Близких и родных, которые вам будут помогать, у вас нет. Это значит, что во время на время декретного, так сказать, отпуска, на время декрета, на время, собственно, беременности, поздней, рождения и первых лет, значит, ребенка, второго ребенка, вы практически не сможете работать. Возникает вопрос. А как вы будете обеспечивать себя, обеспечивать другого ребенка и обеспечивать второго ребенка? У вас не будет времени на то, чтобы как-то, собственно говоря, строить свою личную жизнь, потому что второй ребенок будет нуждаться постоянно во внимании, а оставить вам его будет не с кем. И получается так, что ради второго ребенка вы существенно ухудшите условия свои, ухудшите условия своего первого ребенка, не сможете дать ни первому, ни второму все, что им будет необходимо. То есть на данный момент, вот при тех условиях, которые у вас сейчас есть, слишком большой риск того, что вы, оставив этого ребенка, не сможете вот за время вашей беременности не сможете встретить достойного мужчину, который обеспечивал бы и вас, и ваших двоих детей, одного настоящего, другого будущего. И у вас есть, по сути, два пути развития, два направления, которые вы можете выбрать для себя. Первое направление. Это, поскольку срок у вас маленький, то нужно срочно проработать ваши проблемы, которые у вас с гражданским мужем были. Значит, сделать все, что вам советуют мои коллеги. Для чего? Чтобы получить реальную возможность построить отношения, успеть построить отношения до рождения второго ребенка. Но при этом очень важно понимать, что если вы будете слишком сильно торопиться, или если вы будете откровенно относиться к мужчине как к средству для своей стабильности, как к средству для надежности во время вашего материнства, это будет плохо, потому что мужчина будет чувствовать, что вы его используете. И поэтому, прежде чем выбирать направление, данное направление, вам нужно самой для себя представить перспективы. Вот, допустим, вы прорабатываете свои проблемы, прорабатываете свои страхи, да, но на выработку поведения, нового поведения, на адаптацию его к реальной жизни требуется время. И этому будет мешать
ваша беременность, которая будет, ну, скажем так, вас нервировать, которая будет постоянно напоминать вам о возможности неудачи, то есть и будет иметься риск. Риск, что вы не успеете, что вы не сможете, что вы не построите отношения. И вот тот вопрос, который вам нужно себе задать при выборе этого направления, оправдан ли риск? То есть сможете ли вы? Тут нужна уверенность. То есть, если у вас есть круг общения с мужчинами, где, в принципе, есть подходящие для вас мужчины, и вы не можете только с ними построить отношения из-за имеющихся у вас проблем, то тогда, конечно же, нужно консультироваться по означенным направлениям, да, коллегами, и тогда у вас получится построить с ними отношения. Если подходящих мужчин на примете нет, и вы достаточно далеки от того, чтобы видеть для себя подходящего партнера, то есть вы не сможете сразу, получив определенные средства для достижения цели, для построения отношений, тут же начать их строить. Если у вас нет такой возможности, то тогда, соответственно, слишком рискованно оставлять ребенка в этом случае, потому что тогда, даже если вы, скажем так, пройдете терапию, если вы скорректируете свое поведение, избавитесь от страхов, а это тоже какое-то время займет, то все равно у вас не получится построить отношения. И, соответственно, обеспечить ребенку всем необходимым у вас не получится. В том числе и обеспечить его полной семьей. То есть для нормального развития ребенка необходим все-таки еще и папа, да? Второй вариант, второе направление, которое вы можете выбрать, это, собственно говоря, практично. И исходит оно из того, что вы не рискуете, так, вы не рискуете своим ребенком еще, думаете о его будущем, о том, что ему будет тяжело, о том, что его жизнь вполне может быть невыносимой. И понимаете, что оставлять его было бы слишком неблагоразумно и негуманно именно по отношению к ребенку. То есть вот для него это будет плохо, для него это будет негативно. Для этого нужно четко вам представить себе, что его ждет и что ждет вас, когда он родится. Вот исходя из вот этих вот обстоятельств, которые вы написали, нужно все-таки себе представить. Может быть, дальше попробовать написать. Написать на листке бумаги, например. Что ждет? Какие у вас будут условия жизни? Какие у вас будут обстоятельства? Какие будут источники дохода? И насколько они будут качественными? Все это нужно учесть. И спросить себя, а вы хотите того, чтобы новый ребенок жил в этих условиях? Вы считаете достойными их, вашего малыша, или нет? И вообще, чего вы хотите для своего ребенка, для своих детей вообще в принципе? И вот исходя из ответа на этот вопрос, вам дальше нужно принимать решение. То есть основная трудность здесь в том, насколько вы готовы меняться, насколько вы готовы осознавать свои проблемы, насколько вы готовы активно, быстро, стремительно применять новые средства, которые предоставят вам специалисты в своей жизни, в своем непосредственном общении и взаимодействии с мужчинами, и насколько вы оцениваете свой успех в этом. Если недостаточно, то тогда решение очевидно. Второй момент, это вот момент, касающийся непосредственно того, что ждет вашего ребенка. То есть, вот что вы можете ему дать. И вот, исходя именно из означенных направлений, вам и нужно решить, какое из этих направлений вам нужно выбрать и в каком из этих направлений принять решение.
Если вы знаете себя и считаете, что даже успешная, правильная терапия займет время, что вот так сразу помощь вам не поможет, не запрограммирует вас на успешные отношения, то, соответственно, в этом направлении, если смотреть, да, то есть в направлении помощи психологу, то здесь, конечно же, ребенка оставлять не стоит. Но при этом обязательно обратиться к специалистам, чтобы в будущем все-таки ваши отношения наладились. Если вы считаете, что помощь вам не нужна, что это просто жизненные обстоятельства, что вы знаете, чего вы хотите, что вы понимаете, куда стремитесь, какие ваши идеалы, и что вы именно с личной жизнью справитесь, но постепенно, не сразу, тогда для вас подходит второе направление, и, соответственно, в этом направлении вы принимаете решение. Вот, я думаю, если говорить об определении, то именно в такой форме вам его нужно совершать. Потому что работа с вами, она, конечно, возможна. Но неизвестно, сколько времени она займет. Бывает так, что проблемы, которые начинаешь решать, вскрывают под собой другие проблемы. И на все это нужно время, осознание, сложность привыкания к новым там, поведенческим нормам и так далее. Все это требует времени. Времени у вас нет. И поэтому, если нет четкой уверенности в том, что вы справитесь, то и риску такому подвергать ребенка не нужно. А думаю, в остальном вы, в принципе, все понимаете сами и вполне прекрасно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше.